Здравствуйте! Итак, детские йогурты. Это следующее видео у меня на канале, посвященное данной теме. Все предыдущие обзоры вы можете посмотреть по ссылкам в описании. Кроме того, если с подобной тематикой еще в будущем будут публиковаться видео, то по мере их публикации будут добавляться и ссылки на них тоже. Ну а пока хочу напомнить, что в каждом таком обзоре я показываю лишь одну торговую марку. Это сделано намеренно. Так гораздо легче качественно и в полном объеме преподнести всю информацию, а не просто галопом и в спешке пробежаться по верхам. Да и вам так проще сориентироваться и не пересматривать все подряд, если вас интересует что-то конкретное. В то же время, если вы пока не определились, то по ссылке в описании вы найдете плейлист, где собраны все обзоры вместе. А теперь давайте переходить уже непосредственно к сегодняшнему видео. И посвящено оно йогуртам от торговой марки Baby Dream. Это один из старейших и лучших брендов компании Rossmann. Он включает в себя детскую косметику и косметику для будущих мам, а также широкий ассортимент напитков, десертов, детское питание в баночках, подгузники, влажные салфетки, аксессуары и игрушки для детей. И в данном случае, согласно штрих-коду, продукция изготовлена в Германии. Товар принадлежит к средней ценовой категории. И это очень приятно, ведь здесь используется стеклянная упаковка, а она, как известно, очень сильно удорожает конечную стоимость. У данной торговой марки я нашла два подходящих йогурта. Их производитель рекомендует давать детям, начиная с 10 месяцев. А вкусы здесь такие: яблоко абрикос и фрукты мюсли. Теперь остановимся на каждом из них подробнее. Начнем с йогурта яблоко абрикос. Его содержится в баночке 190 грамм. Ингредиенты здесь следующие: яблочный сок из концентрированного яблочного сока, вода, йогурт, бананы, абрикосы, рисовый крахмал, концентрированный виноградный сок, рисовая мука и регулятор кислотности карбонат кальция. Здесь нет глютена, ароматизаторов и загустителей, но при этом присутствует натрий. И теперь второй йогурт – фрукты мюсли. Его также содержится в баночке 190 грамм. Состоит он из воды, яблок, йогурта, концентрированного виноградного сока, клубники, овсяной цельнозерновой муки, морковного сока из концентрированного морковного сока и пшеничной муки грубого помола. Также тут есть натрий и нет ароматизаторов и загустителей. На этом все. Конечно, линейка продуктов невелика, но зато они имеют значок био, состоят из полезных ингредиентов и подходят большинству малышей. Мой ребенок съел эти йогурты так же, как и все остальные, совершенно безотказно. Поэтому я рекомендую данный товар к опробованию.